Всем привет, ребята! Вы посмотрите! Вы посмотрите только на это громадное ведро! Это большое ведро острых крыльев из KFC. Их тут 30. Еще у меня есть немного соусов. Посмотрим, сколько я съем. Сейчас я их вытащу. Так будет удобнее. Знаете что? Я решила не вытаскивать их. Такая вся непредсказуемая лиса. Давайте откроем соусы. Это терияки. Да господи боже. Слюнки текут. Чесночный. Конечно же, сырный. Изящно есть крылышки. Это не мой конек. Еще горяченькие. Считайте, давайте со мной. Это второе. Мне же самой интересно, сколько я съем. Лисички любят курочку. Это нам известно из детских сказок. Обожаю KFC. Я, кстати, на новый микрофон еще, по-моему, не снимала. Мой муж там, где две.
сейчас ничего. Еще я считаю, что история полковника Сандерса, ну вот этого основателя KFC, она очень вдохновляющая. Спасибо ему за это. Сейчас я еще покажу вам, чем я буду забивать. Хо-хо. Короче, я считаю, что курицу из KFC забивать чем-то, кроме пива, это грех.
еще никому не помешал.
налила большое ведро KFC на одну треть. Оставшийся буду ждать мужа. Все, кто любит